Здравствуйте, мои дорогие друзья и будущие подписчики. Я думаю, что они будут. Сегодня я проведу такой небольшой видеосюжет, обзор нашей получившей посылочки с Алиэкспресс. Вот такой коробочки, немножко помятая. Вот. Вот такого портативного шагомера. Он меньше спичечного коробка. Вот. Ну, немножко сейчас остановлюсь на нем. Значит, стоит он 56 рублей. Отдавали мы 36 копеек, даже с копейками. Вот. Шел этот шагомер 21 день. Вот. Ну, вот пришел. Вот. Какие функции он выполняет, этот шагомер? Он выполняет здесь, значит, две кнопочки, такой вот этот маленький сброс. Это большая кнопочка, показывает калории, километры и мили. Вот. Выключается он автоматически сам. Там через минуту он и отключается. Вот. Обратная сторона, здесь хорошая застежечка такая. Вот. Можно крепить ее на карманчик или на брюки, на ремень брюк. Вот такой легкий, очень удобный. При ходьбе он стучит, это шаги. Но мы его как бы провели эксперимент в домашних условиях. Вот я сейчас включу телефон. У меня на телефоне скачана программка «Активный фитнес». Вот. Мы здесь вот прошли по квартире, если вот видно обзор. 254 шага. Вот загрузилась сейчас программка. Вот они. Здесь у меня на телефоне в моей программе 258 шагов, если видно. На шагомере 254. Погрешность где-то 4 шага. Я считаю, что это неплохо для вот такого маленького шагомера. Это неплохо. Но мы сегодня проведем эксперимент на большие расстояния. Это где-то в пределах, может, даже 8 километров. Посмотрим, как он работает. Ну что ж, сегодня начнем мы шагомер наш проверять на большие расстояния. Вот здесь у меня 17 шагов сегодня с утра сделал. Вот в таких сапогах супруг пойдет на дачу. Здесь есть такой кармашек. Мы кладем, вот он, 17. Нас кладем сюда в кармашек. И каждый шаг будет он фиксировать. Ну, а телефон, естественно, будет в кармане лежать. Придет, посмотрим, насколько он у нас правдивый. Итак, пришел супруг с дачи. Смотрим результат шагомера маленького этого. 10768 на программке фитнес-актив. 10866.